стали музыкантами, потому что его мечтой было, чтобы мы были, что его дети будут обязательно музыкантами. Когда ей было уже 4 года, она уже сочинила произведение даже свое на тему Баха. Были такие комичные даже случаи, когда я сочинила одну пьесу, и мне она очень нравилась. И через 2 года выяснилось, что это прелюдия Баха была. Я просто где-то услышала и записала, и думала, что это мое сочинение. И вот я их спросила, как мне быть с этим, с таким ребенком, чтобы... Они мне, значит, сначала ее послушали, и все, и свое произведение она им играла, и пела, и все. Ну, это что-то сказали, они что-то чудо, просто и не заставляйте ее ничего, не играть, ничего. Пусть она сама как хочет, так развивается. А когда будет 7 лет, значит, приведите ее в 10-летку. И когда мне исполнилось 7 лет, меня повели в центральную музыкальную школу, где я тоже играла свои сочинения, и вот поступила по классу скрипки. Моим первым учителем был Лео Николаевич Шиукашвили, профессор, и я у него училась 10 лет. Потом я 7 лет училась у Давида Федоровича Ойстраха. Но, разумеется, первый учитель – это первая любовь. А какой был для вас самый счастливый момент из жизни Лиан? Вот когда я в Москве ее отвезла в 10-летнюю, ну, они, конечно, там Ойстрах со слезами на глазах подошел, просто целовали Лео Николаевича, Шиукашвили, Баринова там была, но они сказали, что мы просто такого еще не слышали, что это ребенок в 10-летнем возрасте играла. Всю программу, как и как играет она, на цыпочках становилась. Перед тем, как мне выйти на сцену, я увидела, что один певец спел свое сочинение, и когда ему аплодировали, он, значит, приложил руку к сердцу и так поблагодарил. Ну, мне было 7 лет, и я подумала, что это так и надо. И когда мне начали аплодировать, я тоже приложила ручку и так вот кланялась. Победительницей на этом конкурсе была и 14-летняя Лиана Исакадзе. Из Москвы получили распоряжение, что привезите прямо 1 сентября. Она еще школу не кончала. И вот привезите прямо на 1 сентября, прямо на первый курс консерватории. Давид Федорович тоже оставил очень глубокий след и дал мне очень многое, разумеется. Но я могу сказать точно, что наиболее яркое формирование мое проводил, если можно так сказать, мой брат. В Москве уже на 2 курсе она получила первую премию Гран-при в Париже на конкурсе Жак Тибо и Маргарита Лонг. Здравствуй, Тбилиси! Здравствуй, Лиана Исакадзе! Твои земляки ждут тебя, чтобы поздравить с замечательной победой на международном конкурсе Жака Тибо и Маргариты Лонг. Мы не слышали твоей игры в Париже, но мы вспоминали нежные звуки твоей скрипки в залах Тбилиси и желали тебе победы. Оправдала наши надежды, Лиана. Тбилисцы гордятся тобой. Thank you.
Какое чувство вы испытываете, выходя на сцену? Вот сейчас. Ну. Все. Борисович Коган ответил однажды на такой же вопрос, что вы, как вы выражаете музыку, что вы представляете себе музыки. Он ответил, что когда я играю ту или иную тему, я представляю себе конкретно или природу, или какой-нибудь предмет из природы, или явление какое-то, или человеческие отношения, в общем, то, что реально. Вот, и в противовес этому я должна сказать, что я ничего реального там не вижу.